за этой немного шутливой или такой хипстерской, да, хипстерским форматом стоит на самом деле история вообще трагическая, да, что человек в тюрьме ни за что, и уже и еще сидеть ему там несколько лет. Вот. Это с одной стороны. И лишнее напоминание об этом, даже путем вот каких-то таких полушутливых форматов, на самом деле будет не лишним. И вообще напоминание о том, что там в стране политические заключенные до сих пор существуют, становятся больше, и это все как бы реально. На суде не прозвучало ни одного веского доказательства того, что Олег Навальный что-либо совершил преступное, и его брат Алексей, естественно. Поэтому, ну, естественно, связать это можно только с политической деятельностью Алексея Навального. Больше не с чем.